селе Петрашевске на Винничине любят спорт. Состязания на стадионе влекут к себе и молодежь, и людей постарше. Не так-то просто перечислить все виды спорта, которые прижились в этой украинской деревне. В почете здесь ловкие да сильные. А ну, кому под силу поставить на ребро двухпудовую гирю? А что это? Гиря легко поддалась деду Куценко. Впрочем, это никого не удивляет. Земляки знают, в свои молодые годы борец Куценко с триумфом прошел по циркам Европы и Среднего Востока. За победу над чемпионом мира Дикманом был увенчан поясом с бриллиантами. Сейчас ему 82 года. Но ни одно состязание борцов не обходится без судейства деда Куценко. Верит дед Куценко, в родной Петрашевске вырастет не один чемпион.